Уважаемые дамы и те, кому не дали посмотреть футбол. Снова в эфире с вами программа «Остановка не Британия». С вами Артур, Тимур. Ну, меня уже вы, конечно же, знаете. Тот Артур. Самый, кому не дали посмотреть футбол. Да, тот самый. Что же матч смотрел? Я, к сожалению, не вникаю, что за страны играют. Мне просто нравится, как мячик гоняют. Вот этот сам процесс мне очень нравится. Гонение мячей. Гонение мячей, по миру. Да. Ты ненавидел колобка с детства. Да. Так, ну, начнем тогда. Вот и первая новость на сегодня. Я хочу сразу вот такой очень познавательный пример того, что изобретение может идти против своего создателя. Это как Лада Калина? Нет, это Лада Калина идет против своих граждан. В данном случае Лада Гранта. А мы очередной раз напоминаем, что... Мы не несем никакой рекламы. Артур Кенчаев является жертвой. Нет, у нас они не идут против своих создателей. Их создатели ездят на других, более известных марках. А эти машины идут против собственных граждан. И вот так заголовок я зачитываю. Билл Гейтс. Да. Знаете, да, группу Билл Гейтс? Ну, сосед. Слышали, да. Не смог, установить Windows 8 и 1. О! Да. Это... Обосновываю. Основатель IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс не смог установить Windows 8.1 на свой рабочий компьютер. У него Mac стоял, на Mac не ставится Windows. Нет, потом он начал искать эти пиратские ключи, чтобы взломать. В интернете гуглил. Тогда Билл позвал к себе в помощь исполнительного директора Сатью Наделлу. И он ему наделал. Из кабинета обычно сдержанного великого Билла доносились возгласы о помощи. Великий Билл, его так-то назвал. Нет, мне нравится этот... Сдержанный Билл. Великий Билл. Он уже стоял около мужского, около 3 часов. Нет, сдержанный Великий Билл — это только статуя, которая перед входом. Нет, причем у него прямо на двери написано «Сдержанный Великий Билл». И там иллюстрация показывает, насколько он сдержанный. И тут вот чуть непонятен момент. Вот, из кабинета обычно сдержанного... А до этого как бы все было понятно, но вот тут вот... Из кабинета обычно сдержанного Великого Билла доносились возгласы о помощи, крики и чертыхания. Вот здесь уже непонятно, то ли эти крики были связаны с тем, что он не может установить Windows, или с тем, что к нему зашел исполнительный директор. Не совсем понятно. Но даже вдвоем с исполнительным директором они не смогли установить восьмерку. На экране постоянно выплывало сообщение о проблемах и необходимости перезагрузки. У вас недостаточно средств. Друзья, на фоне смеющихся наших операторов и вот этой веселой вот новости, я хочу позвать сюда... Следующего гостя? Нашего сегодняшнего единственного гостя. Кто же это? А его имя... Не произносит слух, да, я шепотом произнесу. Да, Волан-де-Морт. Не, на самом деле, к нам пришел наш дорогой друг. Да, из-за камер уже доносится до нас кавказская музыка, ритм и лезгинки. Да, и... красные мокасины. Причем она только до Артура доносится. Мы ее не слышим. В общем, у нас сегодня в гостях Зураб Узденов, под ваши аплодисменты. Браво! Встречаем. Мария, 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 чакырама кетип барган жазууда. Ты как бы вот сразу видно, что ты не так, как все. Даже зашел к нам как-то по-особенному в обход. Через окно тут. Да. Ты только что, да, продемонстрировал. Эту стену еще никто не проходил. Так же, на самом деле, мы рады тебя видеть у нас. Мы рады, что у нас такое веселое, доброе, искреннее твое лицо
появилась. На фоне моего грозного. Да. Нет, спасибо, что вы меня позвали все-таки. Вы знаете, я смотрел ваши предыдущие 15 выпусков. Ты, по-моему, и тот единственный просмотр, да, который у вас на всех... И лайк. Лайк по одному. Причем там стоял дизлайк. Может, нечаянно? Спасибо. На самом деле, я тебе расскажу, что тут нас ждет. Мы часто приглашаем знаменитых гостей. Ну, сегодня решили меня позвать, да? Да, ты задаешься вопросом. Ну, приглашаем наших своих друзей, с которыми обсуждаем весело всякую ерунду или ересь. И предлагаем тебе сделать то же самое. С удовольствием, давайте посмотрим, что у нас там сегодня в мире ереси и ерунды творится. Австралийский ученый увидел свой... Там именно с акцентом и написано просто, поэтому... Зураб, ударение вы специально... Карачаевская газета. Как называется Карачаевская газета? Wall Street Journal. Wall Street Journal. Зураб, мы предлагаем тебе вот эту новость прочитать самому. Это вот из наших... Ты же как... это второй случай, когда мне после школы предоставили самому что-то прочитать. Статья из местного нашего республиканского издания Wall Street Journal. Кстати, хороший журнал. Да. Спасибо вам за него. Уходит каждый день. Можно в подъезде бесплатно. Day Республики. Day of Republic. Republic Day. Австралийский ученый увидел сходство между певицей Бейонсе и волосатой мухой. Уже интересно, да? То есть ученый государственного объединения... Ты сейчас для меня, да, уточняешь? Да. Я так понимаю. Ага. И для Бейонсе. Ученые государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии назвали новый вид мухи, а точнее слепень, я не знаю, что такое слепень, в честь певицы... Подожди, это же я должен был Бейонсе. Нет, ну, заголовок. Так, только заголовок. Я только заголовки, да, буду читать? Ты наклеишь, пацан. Все и так понятно. Австралийский ученый. Я так, опять же, для Зураба. Можешь повторить как бы еще разок. Не, ну как бы Зураб уже понял. Расскажи ты тогда, что же. Ну вот смотри, ученые Государственного объединения научных и прикладных исследований. Не подглядывай. Все. Тяжело читает Зураб. Не у вас тут буквы тяжелые, что? Извини, это китайский сайт был. Не, ну самое то, что он как бы еще с китайского при этом переводил сначала на корейский, а потом на русский, вот это как-то да. Это большой плюс. А у нас есть ряд вопросов, которые мы будем тебе очень быстро задавать, и тебе нужно также быстро на эти вопросы отвечать. Тем самым мы поймем, насколько ты хорошо учился в школе. А в школе ты учился плохо, я помню. Ну так вот, у нас будут ряд вопросов, которые мы быстро будем тебе задавать. Тебе, не задумываясь, нужно на них так же быстро отвечать. Ну, как обычно. И делать вид, да, что это умный ответ на вполне себе глупые вопросы. Готов? Да. Поехали. Почему оттекают ноги? Отек. Откуда берется пыль? На полке. На полке. Почему, почему падают обороты при нажатии тормоза? От колодок. Как из-за колодок. Как открыть свой бизнес? Руками. Как ложкой открыть банку киви? Никак. Почему вырастает доллар? Почему? Там нет правильного ответа. Да. Черт, смотри, 50 на 50. Откуда берется пыль? С полки. Зачем жениться? Чтобы дети были. Где взять MP3 кассету? Кассету в 80-х. Если хамелеон посмотрит в зеркало, то какого цвета он станет? Зеркального. Сколько пивных крышек надо собрать, чтобы стать миллионером? Не поможет. Ну, ты молодцом прошел. Ты, на самом деле, по-моему, ты единственный, кто пытался отвечать правильно. Сам, все вопросы. Самый логичный гость. Кто подглядывал до этого, как раз Форда, правильно ответил. Явно готовился именно к этому. А, ты для этого, да, взял учебник астрономии? Мы же не зря с ним в одинаковых почти. Рубашках? Я более того скажу, что вы не просто в одинаковых клетках и в одинаковых рубашках, вы еще и из одного места к нам пришли. Ого, откуда? Откуда это узнал? Артур, на самом деле я уточню для всех зрителей, что эти два из одного молодых места человека, они участвовали в одной команде КВН
Я напомню, что это была команда, которая очень успешно выступала на Кавказском регионе, после чего Зураба, к сожалению, оттуда выкурили. А продолжение этой темы... Выгнали! Просто он хорошо пел. Да, он слишком хорошо пел. А у них была команда не поющая. Это был наш принцип. Тот, кто поет, тот пошел. Просто в один момент новые люди обновились. Пятое колесо, именно так мы его и называли. Шутками, но то, что ты ушел из команды, принесло тебе успех больше, чем его команде. Да. Сегодня... Не, я могу понимаешь, вернуться. Сегодня ты гость, а не он. А он ведущий. Я ведущий. Давай поменяемся. Нет. И это будет первый случай, когда Тимур продал свое место. Зураб, я слышал, что помимо карьеры певца, ты еще занялся актерской деятельностью, да? Это правда? Ну да. Как-то нотка зависти звучит. Очередная нота. Тима, хочешь работать со мной вместе? А ты мне расскажи, где ты работаешь? Работаю я! Совершенно верно, Тимур. Как ты верно подметил, также я стал с недавних пор и актером в Карачаевском театре. И ты не переигрываешь? Никогда! Нет, на самом деле, учитывая то, что ты играл в театре, у нас есть тебе некое такое задание. Мы будем задавать тебе какие-то... Ты же был на кастингах, да, когда-либо? Все-таки... Ну, скажу, да! Карачаевский театр не так просто и попасть, на самом деле. Кстати, Артур, я думал, что там кастинг... Жареных и чьи-то. Ты знаешь, я еле-еле прошел тот кастинг. Если бы не мамины хычины, то... Мамины хычины пройдут любой кастинг. Тинь! Да. А мы предлагаем тебе пройти наш теперь кастинг. Мы будем задавать тебе некоторые какие-то ситуации. Задания. Умопомрачительные ситуации. Которые ты должен будешь отыгрывать. Сейчас мы будем придумывать на ходу. Мы как бы... Мы не готовились, я тебе сразу скажу. Первая ситуация. Ты умопомрачительный, симпатичный молодой человек, а это сложно тебе, я понимаю, да, будет отыграть, который хочет признаться в любви даме. В роли дамы Артур Кенчешов. Актер драматического театра. Одного актера, да? Артур Кенчешов. Что самое интересное, я об этом вообще не знал. А вечер сюрприз. Думаешь, я знал? Поехали. А как его зовут? Имя можем. Давай имя. Ее нет, ты называешь ее Байдематка. Рыбка моя. Байдематка, я отказываюсь работать. Давай, это графиня Байдемат. Да. Графиня де Байдемат. Княжна. Поехали. Байдушечка, дай мне свою ручку, я покажу тебе. Где мои помидоры? С таким подходом у тебя будут проблемы в личной жизни, на самом деле. Нет. На самом деле, да. Это и есть моя больная тема. Мою ручку тяжело завоевать. Она гелевая. Байду. Ну не будь же мокрина. Я тебе куплю. Не неси байду. Я ее никогда так не завою, найдите мне другую. А ты думаешь, я просто так в 60-летнем возрасте до сих пор не замужем? Пойду, нельзя быть такой умный. Ну, я думаю, что мою ситуацию ты отыграл очень хорошо. Я это говорю только потому, что ты мой друг. А я предлагаю моим коллегам задать тебе другие ситуации. ДПСник останавливает пьяного водителя велосипеда. А ДПСникам я предлагаю сделать Тимура. Окей, а мне нравится. Подожди, я еду. Все, давай. И так, опа, ноги на руку. Добрый вечер. Почему вы велосипед держите впереди и по воздуху ногами? А, да? Почему велосипед вы оставили 500 метров от себя и руль просто? Как вы по воздуху так летаете, скажите мне? Ваши документы. Вы не пробовали одеть рубашку? Куда? На кого? Видите, как человек жился в роль.
Ну это как роль. Это повседневно. Такой, я позвоню своему дяде и звоню на велосипеде. Продолжайте. Дыхните в трубочку. А где она заканчивается? Вот тут. Ну давай. Давай. Все, качаем бензин. Давайте теперь я, может, ситуацию попробую задать. Пожалуйста. Это клиника по пересадке волос. Ты врач, это твой пациент. У него, наверное, парик. Ты по своему собственному примеру, по своей замечательной челке расскажешь. Ему же, какая у вас хорошая клиника, убеждаю в том, что он должен обратиться именно к тебе. Не уходите. Знаете, вас дорого. Мы вам сделаем скидки, у вас будет VIP-палата. Все же предусмотрено. Почему я должен? Трехразовый чайник. Почему я должен? Посмотрите на мои волосы. Вы лысый. Это пока. Это пока. Буквально вчера. Полгода назад. Буквально вчера, полгода назад. А можно у меня сделать вот волосы так же, как у вас брови? Нет. Это спецоперация, так? Уже таких нет волос. У нас спектр услуг очень такой. В данном случае здесь, по-моему, я плохой актер. Даже я хуже, чем он. То есть мы определили, кто все-таки не попадет в театр. Какой просто. Я точно там не живу. Друзья, на самом деле я тебя поздравляю сейчас с тем, что ты прошел наш кастинг, а это был сложнейший кастинг очень, для меня. Очень. Ни разу никто не сказал «не верю». Да, хотя... Еще как «инан майма», «алай бол мас». Да, а именно эти фразы звучат в Карачаевском театре повседневно. Да, пока... Но мало хороших. А, пока кипит здесь сыр-бор, предлагаю посмотреть монитор. Это рифма была заготовлена, да, наверное, все-таки? Нет? Целую ночь сидел, вот, твой портрет разложил и рифму. Я предлагаю после бессонной ночи промониторил интернет и выбрал несколько картинок интересных. И мы хотим проверить, вот ты доказал свой артистизм, доказал многие свои возможности. Теперь хотим, чтобы ты прокомментировал эти картинки. Смешно, интересно прокомментировал. Ну что, я узнаю стол Артура. Рабочий... Это дефолт называется, дефолт Windows. Это Билл Гейтс не смог устроить. Это знаешь что, это куда я спрятал флешку? Делай 128 гигабайт. Идем дальше. Ну, это весьма и весьма очень часто встречающийся вид. Это новый вид пакетов BMW. Это как бы этот... Это, знаете, это Спанч Боб после Нового года. Что, поехали дальше? Идем дальше. Следующий картинка. Ну, это кому? Это Аршавин бьет через себя. Это Тимур Джанкезов перед передачей «Остановка не Британия». Медитирует ногами вверх, чтобы кровообращение шло. Именно, да, я выгляжу именно так. Смотри, там еще ты не один, я вижу двух Артуров. Или это миниатюра переузбагуился. Поехали дальше. Идем дальше. Морской котик. Это... Ну, вы знаете, это Супермен, который спасает только женщин. Девочек. Да. Да. Этот зачем ты постирал мои вещи со своим платьем? Верни мой ванне, жду. Почему-то... Ну, раз послал нас такая тематика. Розовый цвет. Это вооруженные силы Голландии. Объединенные силы. Еще где там такие силы? Парад Победы. Как называется Парад Победы в Голландии? 1500. Нас 1500 у них там. Нас вывеска. Мне даже страшно представить, чем стреляет этот танк. Не, я думаю, это... На самом деле, это танк Розовой Пантеры. Он так и называется. Следующая фотка. Следующая фотка. Переходим к теме футбола. Ну, это всем... Лично моя любимая тема. Это известный футболист. Это как раз матч Вильяреала против Спартака. Мы видим нападающего. Легионер это. Нападающего Вильяреала. И защитник Спартака. Белкин.
Он приходит каждому из футболистов и дает каждому российскому футболисту. Это просто два человека наглядно показывают. У одного желтуха, у другого белка. Идем дальше. Поехали. Бакс Банни уже не тот. Его щеки и морковка. Мальчик, хочешь морковку это называть? Не дам, да. Ну что тут можно? Push bar to open только, вот и все. Больше нечего добавить. И что интересно, за эту надпись проголосовали. Собственно говоря, мы увидели, что Зураб, в принципе, не потерял свое КВНовское прошлое, замечательно прокомментировал. Наша картинка тоже достойна аплодисментов, да? Лично тебя, я думаю. Не, ну если бы не вы, ребята. Меня это радует, если честно. Теперь я не боюсь добавить тебя в друзья в свои соцсети, потому что ты пишешь хорошие комментарии под мои фото. А я тебя удалю из своих друзей в соцсетях. Я уже это сделал. Я вот сейчас, судя по надкушенному яблоку нашего оператора, который сейчас его доедает, я хотел бы вот поговорить, такая вот очень актуальная и острая тема на данный момент. Об айфонах. Вообще, традиция оператора надкусывать яблоки и оставлять. Нет, о проблеме яблочных садов. Это он типа у меня айфон, а у вас нет. Нет, я хочу поговорить о проблеме яблочных садов в нашей республике. О, это очень серьезная проблема. Нет, на самом... Надо поднять ее. Если серьезно, это очень серьезная новость. Недавно в интернете появилось такое сообщение, что с 1 января 2015 года в России, в Российской Федерации будет запрет на продукцию Apple. А что его запрещают? Прям забирать будут у людей, ходить по улицам кто-то? Нет, ну, да, я свой iPhone никому. Нет, да. Представители компании Nokia будут ходить. Они настолько обнаглели, что опять выпустили толстые зарядки. И снова пойдут кнопочные телефоны. Бьют шампанское с фонариком. И все, пока есть время, они пытаются воспользоваться вдоволь своим айфоном, делают селфи там, где только возможно на самом деле. Я предлагаю, раз у нас есть один такой неудачник, давайте сделаем фотографию. Прощальный селфи. И вам всем повезло. Вы в нем мы туда попадем. Да. Я предлагаю сделать это прямо сейчас, прямо в эфире. Как-то вот так вот, чтобы у вас было. 2014 год, какое-то число, селфи. Ну, пока он сохраняет и перекидывает эту фотографию, вот скажи, Зураб, представь, вот ты к чему все идет. Почему так происходит? Потому что сервер именно Apple находится в США. То есть сейчас с 1 января будет так. Вот ты загружаешь, например, Interstellar фильм. А у тебя все равно выходит фильм Михалкова. А Interstellar это фирма или что? То есть ты понимаешь, он... А я напомню, что у нас в гостях человек, который следит за... Всеми современными новинками кино. Да. У нас в городе есть Чарли. А, знаю этого чувака. Нормальный пацан. Еще вот это, связано с этой истерией, произошла очень интересная новость такая из Северной Осетии. А, ты слышал? Ты слышал, слышал. Сейчас в интернете это очень... Расскажи мне, я не слышал на самом деле. Ты слышал об этом? Я слышал об этом, потому что я тебе ее рассказал. Я буду удивляться, рассказывай. Давай я ему расскажу. Давай, расскажи. Зураб, единственная новость, которую ты можешь рассказать. Был и есть молодой человек, у него есть девушка. И дабы сделать ей предложение, он пошел на такие жертвы. Он поменял свою приору. Нет. Он это уже давно делает. Побрил девушку. Сбрил ей усы. Он обменял свою приору на новую. Nokia. Обменял свою приору на новую девушку, чтобы порадовать старую. На новый iPhone, который был единственным во Владикавказе. Я знаю человека, который недавно обменял в Тёмном переулке на iPhone свое здоровье. Более того, скажи, что это был ты. Нет, человек приору, да, кому-то пытается отдавать. Ну, всего лишь здоровье. Зураб. Да. Ну, а пока ты не обменял свою приору на iPhone, мы предлагаем тебе вот такой интерес. Они многие знают, что Зураб. Жигули и Nokia. 23702. Мы в свете вот всего вот этого, в этой волнующей новости, да, вот меня озарило на днях светом айфона. Вспышка айфона, да? Как раз в этот момент слушал твою песню, я фотографию беру, я часто ее по ночам слушаю. И я вот... Кто-то у тебя глаза пухшие, я смотрю. Позволил себе немного откорректировать этот текст. И
теперь это будет песня про iPhone. И мы хотим, чтобы ты сегодня нам ее спел. Все, давай, Артур. Я предлагаю в студию войти моему лучшему другу. Не в пример вам, друг моему детства. Коллегу, да. Мы с ним с первого класса вместе. Да, это вот черная гитара. Он не вырос, правда, с тех пор. Черный ястреб. Мой друг, которым я хотел. Че, Артур? Аккомпанимировать. Но у меня к тебе просьба, не надувай губы и не смотри в зеркало, когда будешь это петь. Давай. Для вас поет крепкое третье место всех музыкальных чартов. Иногда и второе. Зурам Узденов. Ну и второе. Начинаем. Зурам Узденов, песня про iPhone. И... Не знаю, как расстаться мне с тобой. Принес когда-то я тебя домой. Шестой айфон в ладонь беру, и на дисплейчик я смотрю. Хочу понять, за что его люблю. Шестой айфон в ладонь беру, и на дисплейчик я смотрю. Хочу понять, за что его люблю. В твоем меню есть все, что нужно мне. И мне, и тебе. Ему. Вожу я пальцем нежно по тебе. Шестой айфон в ночи уйдет и фотографии сотрет. Теперь из Apple дома лишь компот. Шестой айфон в ночи уйдет и фотографии сотрет. Теперь из дома лишь компот. Эх, ребята, семечек насыпьте мне. Да побольше. У нас в гостях Зурам Узденов. Пейте компот, друзья. Покупайте Apple.